Снейп. Эту игру на Эмбере я не записал, вот эту записываю. Инвизабилити. Ну парень сейчас бы пришел к нам на линию, вот где я. Блять, я с профеткой на линии. То есть ты чувствуешь, что я нафармлю. Веришь в меня, в мой фарм на линии с профеткой? Я не верю в профетку, на самом деле. У нее рука 54. Да дело не в руке, блядь. Я с тускаром на линии. Как тебе два миличника тускара с рецептом? Вот спамить для дышки, Миша. Да, у меня вивер на линии, у нас износил. Просто я не боюсь ПЛ, я не боюсь вот этого тимбера в легкой, который вместе с этим, с фантом лансером. Я боюсь только темплар. Balance in all things. Ну я типа одного крипа добил. Блять, а другого. Склады с вами, короче, под копье держать руку. Блять, у меня Леон Вивер. Меня его изнасилуют здесь нахуй. Во! Надо. Фантом инвиз на первом левеле прокачал. Я бы тоже прокачал. Я бы тоже на первом левеле инвиз прокачал. В легкой это? С тимбером? Да. Хрен знает, нас... купил, а вот топорик... Хрен знает, какие деньги. Блять, я куп... не купил себе этот колечко на броню, на базилку. О, ебать, ты слабо, я тебе еще запулил. Да я его хотел купить, блять, и забыл. За то, что выложил танк. Зато у меня 6 танков теперь. Блять, я виверу один раз забашил. У него пол ебало. Ну да. Снайпер так. С этими ребятами надо реально будет на жалнир БКБ. Лансера надо вот как-то спушивать. В принципе, за снайпером можно ластки какие-то. Надо приноровиться, что у него нет бульполетом. И тимбер, и этот ПЛ. Но проблема даже в том, что вот мы сейчас смеемся над ними, да, а ПЛ, они нас выигрывают. ПЛ не проигрывают игры, блин. Хотя на самом деле проигрывает, за меня недавно играл ПЛ. Они их сосали как просто Саши Грейв свои годы. Что? Да, я ебашу. Как вообще, блядь, получилось? Мы могли сейчас отдать дабл килл. Куру. Но ни того не произошло. Я очень жалею, что у тебя попросил танк. Меня просто не харасят даже. Блять, просто не. У него маны нету, да? У меня 15, у вас тут. Я, конечно, не обещал вам дотку выиграть тут. Но постараюсь. Отлично. Когда стоишь с тимбером, ведь... Блять, прикинь, я виверу четвертую часть хп сношу за баш. Просто один раз забашил, у него четверть 5 хп упало. Так он, блядь, с односекундным дилеем играет. Да пусть нахуй он идет. Это должен быть был килл ПЛ, блядь. Блять, я типа ластхичусь, блять, реально будет какой-то хороший СС, блять, чтобы я не умирал, пока да я, блять, выформлю свое. У нас вряд ли кто-то уйдет с ними. Destiny awaits us all. Там все есть, фейсбутс. Мидас я не буду фармить, это ебанутость. ПЛ все равно не перефармить же. Your middle tower is under attack. Блять, я не знаю, это изи лайна просто для меня. Я нахуй вообще меня никто не харасит. Я одно танго съел за 5 минут.
Ну, блядь, она поэтому и называется Изи. Ну, блядь, я рассчитывал, что там аппарат какой-то будет. Кстати, вот, я два там сел за 5 минут. Но я не сказал бы, что я прям сильно фармлю. Come and learn humility. On and on again. Ну, самое бесполезное. Профитка пытается добивать, стоит. Но у нее не получается. То есть она ласкит, блядь, проститутка, что ты делаешь? Остановись. Но она не, у нее не получается. Ну, блядь, этот немножко полнее. Тускар. Ну, да, все это дело, да, так вообще бесполезно. It must be done. Balance in all things. Пиздец, Виверу попадает от меня. It must be done. Я жесткий. А чё? А, ФБ ты сделал. Да, я ФБ сделал. Я вообще просто... не могу крипов добивать. Вивер, знаешь, я как надеюсь, его дал просто? Я надеюсь, у этого, блядь, все хорошо. Чё говоришь про Вивера? Он просто побежал на пол хп за профеткой, потратил с Шикучи, который у нее и так на огромнейшем кулдауне. И все. Слушай, а что собирать вторым айтемом? Я собираю ТНС, изолятор или поезд БКБ. Ну, против этой тимы... Если быстро дезолятор, вообще нет. У меня 700 голды. Фейзы 700 голды от Вилла. Блять, профетку нагибают. Блять, надо уебывать. Мне сейчас еще тоже разобьют ебал. Да, все, меня уебали. Меня изи гризи убьют сейчас. Ну ебанутые люди, я не знаю, блять. Ни СС-а, ни привета, блять, здорово. А Никс ебанутый не гангает. Красава. Пришла конченная тампларка абсолютно ни с чем, ни за кем, и убила нас. Бывает. Шлюха, блять. Так бомбится, ты ебанутый. Мы тимбера ебнули, я не представляю, как, блять, это вышло, но... Я сейчас нахуй вторым слотом. Тускар решил, что не сможем, и как-то в итоге я сейчас нахуй соберу Mask of Madness башер, блять, и пойду ебашить. Хорошо. Мом башер. Башер снайпера? Хуёвая идея. Ты что, не собирал никогда снайпера без Soulblade? Там стакается плохо с твоим родным башем. Кстати, Тимбера СС. Да иди нахуй, ты конченая профетка, блять, я тебя в гробу увидал, блять. Тимбер швернулся. No path, but... All action, пиздец! Reaction. Сука, блять. Ебанутая шлюха на Лионе, блять. В очко тебе ебал. Репорт, нахуй. Шлюха, да пидор, блять. Вивер ушел, уходил на одной тычке, в итоге зашел Леон, дал мне стан, блять, хекс и ульту ебал в меня. И опять сфидил. Проститутка, блять. Вивер уходил на одной тычке, блять. Если бы я вернулся, нахуй ебал бы его. Drink deep flames knowledge. Блять, я сейчас опять свижу нахуй. Так как ты так быстро умудряешься? Нет, я не свижу. Пиздец, я опять регениться пошел. Я типа я Леона убил и с Вивером пошел разминиться. Хорошо, что он конченый даун и не захотел за мной в Шикучак бежать. Просто побежал бы меня и Хоникс убил, пацана хорошая. Да вы должны... Я полагаю, в этой тиме мне придется самому Вижен на Фэлла покупать. У него, кстати, маны вообще нет. СС этот. Тимбер. Тимбер. А, у нас Тимбер, блять, на лайне. И он сейчас ебашить пойдет за вышку. Да не, он говна кусок на самом деле.
Уверен? Мы его два раза ёбнули. И ПЛ один раз еще. Да, у нас на линии Леон. Леон, Вивер и этот. Два ноль два так-то счет. У вас все хорошо, может прийти к вам. Тимбер ёбан. А, Тимбер, пятый левел, окей. Я восьмой. Ну можешь прийти. Кстати, куранник не апнутый. Смотри, просто такие куски бьют. Так, ладно, я еще немножко у себя покормлюсь, надо будет с ТП-шки к вам приду. Я ж говорю, он еблан. Блять, одну тычку. Я попробую пофармить на меня. Да, я буду шадоблейд собирать. Как хочешь. Но я не такой сильный. Your top tower is under attack. The way is clear. Все, блять, Вивер идет, нужно уебывать уже. Барабаны собрать. Ты дизоль будешь делать вообще? Да, наверное. Тогда я, наверное, смотрим по фарму. Сейчас мида все куплю. Ну, пацан с пулманой. Да, Вивер уебал. Нужно, чтобы кто-то курвал. Ну, надеюсь, ты не будешь возражать, если это буду меня. Да не похуй, я постреливал в замесе, блядь. 3-2-3 мили, бокс. У меня просто 360 хп опять, и мне нужен хил. Please give me one. Хуесос на себя урон повесил. Я стою, блядь, сзади. 300 хп, блядь. У нас вижена на эту пизду нет. О, у нас с арканами это. Prepare for a lesson. Balance in all. Dire structures are fortified. Ого. Dire structures are fortified. Тусик просто, да, блядь, себя регенит. Не может просто открыть снайпера за регенит, пидор. Be wary, be cautious. Лол, меня пыл ёбать, я говно. Хорош. Уебеки, хорош. Да, сука, регенов мало. Извит, там надо было улетать просто, пока мана была. Я к вам пойду. У вас Тимбер. Тимбер! Блять, ебать, Тимберу просто треть. Ну, сука, ну дайте подойти мне хотя бы. Вы убиваете все. Вот, к вам. Визиона купить? На Вивера. А, ты сам ставишь. Я умею ебашить. Чё, УПЛ-чка у нас 170 маны. Если не хватит. Ну ладно. Never refuse gold given. О, бля, что я делаю, нахуй? Конченый шлюха, блядь. Денег на шадоублейдок она, блядь, башню забрала. Я буду, наверное, тоже шрапнель качать, потому что тут есть кого цеплять и всякие леоны. Ну, наверное, легенец пришел, у него маны, потому что вообще нет. Так, кстати, Куруси я веду, надеюсь, блядь, она по пути не сдохнет с ним, не даст. И не даст, Саурон? Ну, естественно, чувак.
Ты, блядь, как будто не привык еще. Я, по-моему, во всех играх не даст себя. Потому что я фармить не умею никаких крипов. У меня 28 крипов, потому что я последние минут 5 на фрифарме стою. Да, у нас они у нас не выглядели. Го за дефи, вот это вот придешь. Кого? Вот это вот. Тут вот страшно. Ну, ну, я не вижу, чтобы там опасность была на самом деле. Ну, динамит, там было трое. Динамит стягивается. No pass, but through. Tis not yet time. Эхо-вижен, это я зря. Блять, я знаешь, как Вивера убил бы сейчас? Он просто получил три тычки, три подряд хедшота. Я юзу в него ульту, а этот пидорас прозвал таймлапс. Хуелос, хуесосик. Блять, друг, пожалуйста, не мешай фармить, два крипада вижу. Блять, пиздец, с пачки ни одного крипа не забрал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я же снайпер. Да, у них нет вижена на меня, ну пох, пох. Хуесосы, блять. Ладно, это пи***. Пэл, кстати, мисс. Блять, вивер нахуй, иди, пидор. А, нет, Пэл вернул. Лол? Лол? Как я его не убил? Ты прикинь, он забегает за тавер, получает два ореха, два патриот хэдшота опять, ульту и не умирает. У него было 200 хп там где-то. У него таймлапса не было. Охуеть. Вот это лакер, я умею. Темпларка с ДД на меня. Там не похуй, у них нет вижена, блять. Я в лотару хожу, хожу. Сейчас надо исправить эту оплошность. You have no chance. A test of training. Prepare for a lesson. Сука, как регенит с этим героем? В смысле? Бутылка на мигу обычно покупается. Я же не мигу. Леон ко мне идет. Ну ладно, Леон. Помочь вам где-нибудь? Я лес форму. Маны бы как-то... У меня маны нет. О, никс. Никс, 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 никс. Чё? Вер, ёбан. Никого не было. О-о-о, там темпларка вон. Пиздец, нас тогда ищу. Ну теперь-то ему, блядь, пиздец точно. Блядь, изи-бризи. Битчес. Бля, я ей ничего не расскажу, Сет, прости. Я, блядь, тоже умру сейчас нахуй. Я сам, блядь, ей расскажу сейчас. Хуй та, привяжись, блядь. Ты рассказал? Че? Да, я привязал ее и ник сюда. Она была на хосте с ДД, блядь. Your top tower has fallen. Так чё, ты дизоль будешь делать, да? Нет, я мжолню. Я дизоль, значит. У меня там 100 голды запас. Я говорю, надо ПЛ и иллюзии как-то разбивать хотя бы, или вычислять, где не настоящие. Я, надо, если да, у меня будет нужно... много урона, есть мнение, что я со своей второй быстро буду их разбивать. Вот тут, ну, где хорошо. Мне накопатить много собери урона. Собери вот дизоль, хорошо, я не против. Бля, так-то дизоль еще и тебе поможет. Ну, с арморкой, в любом случае, приятно. Слушай, а инвиз чей был заюзан? Вот видим, кто на меду заюзал дасты, наши или у них кто-то? А эти не имеют. Просто если у них, то мне еще надо осторожнее играть. Грубо апнуть. Я хочу себе второй этот медрюхаммер повести один, но у меня просто кура не апнуть. Да 480 этого отвечает. Какой бред, маны этого героя так мало. Еще ПЛ на меду забыл. Your middle tower is under attack. You will be feared. All action is reaction.
Я сейчас с ультой этого героя не совсем научился управляться. Кто за тобой? Не-не-не, за этим. Поберемся? А можно. Только не знаю зачем. Все-таки нахуй вот эта стратегия работает, что на снайпе, на снайпере, блять, вообще бычить нельзя. Так, нижний пак мой. Мидус, только мидус, аккуратненько. Какой, какой? Не-не-не-не-не, Сет, ну, блять, мы же вам парни хуй здесь. Ставь только мне дал хотя бы крипа, мне надо же у них сюда собирать. Чего пак? Строка рабочая. Типа за снайпера аккуратно бегать, стрелять. Вот я вообще, у меня была просто сейчас идея просто ворваться в этот замес, блядь, я бы сфидил, блядь, я так и аккуратненько постреливаю. Там парочку шрапнелей забрал. И доволен. Да, я себе доминатор соберу еще потом. Фигенец новый чего-то. Блять, ебаная хуй тень встала то что. Я буду низ, ну точнее тавр кушать тут. Пытаться, по крайней мере. Я наверх пойду, пошла. The way is clear. Your end has come. Конечно, блядь, у меня пару крипов перефармливает, не правда. Dire's structures are fortified. Ну, блядь. О, блядь, мне бы сейчас тимбер нахуй сбрил за 2 скилла, охуеть, как мне повезло. То, что он, короче, прикинь, прям перед деревом у него эта стяжка остановилась. Чейн, ебать, тимбер, чейн. Бывает. И он с энтрями. Тимбер. Не знаю, против меня у меня типа ШБ. Ну, а так только даггеров и... У кого? О, драка, иду. Я 5 секунд, я буду, блядь. Хуёво, скажи так. The enemy's top tower has fallen. О, хорош. Чё хорош-то? Что произошло вообще? Крипа двумя молниями убил. Разве не хорош? Бля, четвертая шрапнель лежал охуенная, что-то я раньше не качал. Они хотят. Ты что, опять драка, что ли? Заебали. Да, блядь, чё ж ты меня караешь-то так? Пиздец, у меня это нахуй. Блять, вечное замедление от этой темпларки ебаной. Забери ее нахуй от меня, забери, иди нахуй, шлюха ты ебаная. Рот твой ебаный. Ну у меня все плохо. Свяжи, просто свяжи. Заюзай связочку. Зря ты это сделал нахуй. Ебать, иди ты нахуй. Ты че, блять, именно вот что ли? Да я, смотри, блять, просто на урон этой пизды. У нее фейзы. У них тысячи, фейзы, блядь, по миллиону, блядь, примерно. Фейзы, нахуй. Фейзы, вот именно, блядь, фейзы. Больше нихуя. Слушай, блядь, нам мне еще диффузы собрать. А мне кажется, сейчас там парк еще лучше разорвать. Бальник разобьет. Да, Пэлла диффузами, пиздец, хуёво. Блядь, я отвечаю, вот похуй на Пэлла, похуй на всех, на Тимбера этого ссаного. На Леона, которого я вообще ни одной ульты, блядь, не видел.
А мне просто темпларка блинкнулась и поебала, поебала, снесла и дальше просто Я через... говорю, не герой, а хуетень какая-то. У нее, блядь, замедление это полчаса нахуй действует, а то ты. Да, от нее вначале можно тэп-аутами просто не уходить. Типа пришла, тэп-аут, пошла нахуй. Вначале. Ну я, блядь, сейчас тебя послушал, нахуй, свяжи ее, и все. Просто съябываться, и все. Нет, я думал, ты убить хочешь. Если бить, то ее связывать надо было просто. Я убегать хотел вообще-то. Я, ну, а я если ее свяжу, она выйдет из это, из инвиза. Так она, видишь, вышла же. Но не все это работает, потому что она от удара вышла. Да на самом деле ульта маны жрет, пиздец. У него все много маны жрет. На самом деле. Блять, да что я делаю, идите нахуй. Конечно, големы нахуй. Да пиздец, я в рот ебу эту шлюху на темпларке, блять. Я тоже ебанутый, блять. Бегу в лес, нажал мышкой в лес, он у меня, блять, взял, выбежал обратно, в итоге меня Дастон зацепило, блять. Эта шлюха опять меня за тычку ебала. Блять. И у меня просто у меня демон эш, блять, в руках был, нахуй. Сходи, купи, блять. Стоим таву разберем, походу. Да, все, если это разрушили таву. Я, блядь, нахуй сейчас реально соберу Мжелмир Баттерфляй, блядь, я нахуй, блядь, ее мелт или там как его рефракшн позбиваю к хуям, блядь. Давайте големы. Надо кое-что главку отправить. Destiny awaits us all. No path but through. Your middle tower is under attack. Humility. Radiant structures are fortified. Wrapped in ember fire. Your middle tower has fallen. Кстати, к тебе ушли, кажись. Ну, у меня типа кристалл... Блять, заюзал привести себе кристаллизм, блять, туда курло 5 ревизов. Что за дегенераты? Но я порву шпан через... Скоро. Вот он здесь подолгу. Изолятор. Да Никс, ебанушка ты тупая, блядь. Оставил бы килл мне хотя бы. Го, второй тавр сбреем. Хотя, блядь, пиздец, опять чем сбреем. Мне тоже. Я с шарпнель тогда просто зафлю. Блять, она опять меня сейчас уебет. Уберите ее от меня нахуй. А, я все проебал. Блять, господа, вы за... Честно говоря, заебался я умирать нахуй, когда настрою от этой вот шлюхи, блядь. Вот это, да все, маны, нет, я ебал, как на этом герое, блядь, играть вообще. I am not ready. Просто заебался, блядь. On on шлюху я надо зарепортить, блядь. Сандра, блядь. Кто у нас там такой смелый? Ну ты сдай. I need more time. Если меня сейчас уебут, она разультится, уебет их. Так я заебался от этой одной шлюхи умирать, блять. Я просто, я не знаю, за последние 5 минут 3 раза в таверне побывал. И за последние 5 я голый кристаллис, блять, нафармил. Вот это просто не фарм, это идите нахуй, блять. Че этот хуй, блять, жрет ману? Fear not the forest. I am not ready. Надо реально, блядь, сатаник какой-то творить. Да пиздец какой-то с этой шлюхой. I need more time. Harmony must be earned. I need more time.
Monster kill! Какого ебанёв этот? Тимбербол. А вы убили? А куда он делся? Нет, я просто шрапнель на него закинул. А куда он делся? Уёбал. С Чейнфрост. Я его на карте не увидел, что он... Be wary, be cautious. Тут что он сюда собирает, чай? Flame, у нас Дрилос припушит, блядь. Он там лайн собирается. Your top tower is under attack. Блять, я прокачал плюсики вместо ульты 16-го. Никс с габлайком. А, понятно, вот он ебашер, башер, блять, у него. И зарел блейд уже у парня. The enemy's middle tower has fallen. Your top tower is under attack. It must be done. Your top tower has fallen. I need more time. Approach. У нас тоже этот риск пропадает точно. Dire's structures are fortified. Your top tower is under attack. Ребят, мы же тауэр добьем. Отлично. The enemy's middle tower has fallen. У меня 400 хп, я сейчас просто добиваю, пойду и покупаю себе доебал с высота, не говорить. The enemy's middle barracks has fallen. Your top tower is under attack. Ну, у нас всё, тоже падает, всё, надо с троном ломать. А кто нам ломает трон? Вывел, блядь, кто? Your top tower is under attack. Сука, ну нету ТП-шки, блядь. Подругу эту, если убьём, то можно закончить. Всё, блядь, просто ТЛ пропушил нам. Ни у кого, сука, в команде ТП-шки нет, я ебал в рот вас. У меня же слоты, у меня все слоты заняты. Почему у тебя слоты заняты? Блять, как бы вот. Просто отвечаю, отдаем на халяву. Не, он ничего не заберет. Но он ничего не заберет, но, блядь, все равно. Your top barracks are under attack. Be swift. I need more time. Темпларка там сейчас банша свидит. А нет, если у Духи успеет добежать, все, она не свидит. Свидит. Ну слишком мало, что-то не регенит, и даже максимально. Тимбер просто. Я сдаю Баусом. Я с нихуя. Мне просто не хватает маны, чтобы нормально играть. Арканами выходил. Я иногда собираю арканы. Да жуков-то не лови, подруга. Сбейтесь, не жука, жука, сбейтесь. Да я жука. Не могу, видишь, она бежит. А, она регенится больше. Все равно у нее бы рано или поздно армора стало очень мало. А вот я это зря, конечно, без... Мам. Буду сейчас ривер фармить. Просветы есть у меня? Нахуй надо, блять, шлюха сфигит, изи-бризи. Шлюха сфигит. Это у кого у нас? Лол. Блять, я уже думал, кто-то из них летит, но мне так страшно стало. Я ни за кого, как за снайпера, не боюсь, блять, врагов. И все, сука, опасные, блять. Я говорю, я просто... Три раза спидил голой темпларки, она как будто злобу какую-то словила на снайпера. Темпларка хоть кого, блядь, соло убивает, голая? Не, никса не убивает. Если он успеет его застанет голова. Чем может парни? Ну конечно, блядь. Your bottom tower is under attack. Конечно, я возьму его, блядь. Шутенч такой, что я ебал. The enemy's top tower has fallen. Your bottom tower is under attack. Ha ha!
мобилка охуительная. Ну, а просветочки будут у нас. Блять, я не хочу подходить, там темпларка сейчас будет на меня. Лол, темпларка на меня, нахуй. Я ебал от просто. Спасибо. Да пиздец, просто не герой, а хуйня. Такая имбалансная поебень в пабе. Блять, да иди нахуй. Ни одного, блядь. Нахуй иди. Да иди нахуй, соска. Ебал в... Как она меня заебала, проститутка с своим голым дезолятором, блять, решила меня наказать. Хорош. Да я говорю, просто темпларка это не герой, это какая-то хуйня. У нее 200 урона с дизолем. У меня с дизолем тоже 200. У меня еще кристаллис. Поэтому лучше. Блять, у нас просто микс в оверфарм, блять. Ну, блять, с некрами хотя бы микс. Ёбаный. 21 уровень, не 16. My image steps forth. You will be honored. У меня так бомбит с темпларки, пиздец, блять. Да я говорю, блять, я никого нахуй в пабе не боюсь насильно с темпларкой. Вот у них пик ебанский пиздец, все мерзкие герои, все просто пиздец нахуй. Меня из всего их состава только, блядь, темпларка бесит, блядь. Остальные все какие-то бичи ебаные. Короче, я вам жалнир собрал, блядь, буду ебашить. Dire's structures are fortified. The enemy's top barracks has fallen. Destiny awaits us all. Tis not yet time. Не-не-не-не, там темпларка ебанутая, иди нахуй, иди нахуй, нахуй. Давай я тебе даю вот такую молнию, иди ебаш. Врывайся в замес, иди ебаш. Какой замес нахуй? Я не вижу замеса, они под фонтаном. On and on again. I need more time. The enemy's middle tower has been denied. Что же специально этих ловишь, чтобы не спармить? Истинный керри. Be wary, be cautious. Тут у себя доминатор зачем-то. The enemy's middle tower has fallen. Надо было начинать, конечно, с ривера, но я, как всегда, блядь, фанюсь. Есть. Давай вот я вот такой делаю, хуй, не видно сразу всех. Да ну нахуй. Хуй, блядь, ты жесткий. Там тот этот был... Блейдмейл врубил Тимбер вроде. Да нет, сам, блядь, не наношу я столько урона. Блин, я почти больше всех, кто в замесах участвую. 18 ассистов. О, у меня левел ап, по тебе упал на сальный сыроюб. У меня рецептик и еще что-то. Чё? Рецептик рарочки. Да. Ну это хуёвый рецепт, он это, рарки в рарки. Главное, ну чё, три поражения на странице.
Главная интрига — это что мне за шмотка упала. Юбка на Энчантрес, заебись. Надо на Инчу себе собрать что-нибудь. У нее там есть пару прикольных шмоток. Охуеть. Ты хочешь три рарки в рарку превратить? У меня нету на этом аккаунте трех рарок. Так надо на основной перекинь. А там у меня всего, по-моему, три рарки. О, где у тебя все? У тебя же было там топор на умника. Да я не помню, я по-моему уж давно... Хотя на самом деле я скорее всего буду Старлодов смотреть, чисто из-за того, что там хотя бы, блять, это не скучно. Кстати, Старлоды реально второй после International, мне кажется, турнир. Потому что какой-то этот еще собирает 100 000 зрителей. Там китайцы не играют.